Причисление во Христовом рукописании грех наших растерзавый, победивый тем начала и власти тьмы. Сам владыка человека любчая, прими нас грешные благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного, испачканного грешения, всех разгонки нас, ищущих видимых погибельных прав, превозди страху твоему плоти наша, и не уклонись от детства нашей, спасай и лошадей лукавстве, Слабую Твою, язви души наши, на Тебе всегда отбирающих, еже Тебе светом наставляя, и Тебе непреспустного, и безнаслучая, жрящая света, и престанное Тебе исповедание и благодарение рассылает. Предначальному Отцу, Слуги народу, Своим Сыном, Святые Святые Благими, и Настоящим Твоим Духом, ныне и истинно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, так куда просветится свет Твой пред человеки, якуда видит добрые дела Твоя, и прославят Отца нашего, и же есть на небесе, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови, Владыко! Благословен Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй.
Пресвятую Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию со всеми святыми помянувшие, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Царица, Господь во веки.
Мудрость прости,
В те дни
Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, бежал в темницу и в трепете припал, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Мир тебе и духами твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Спасителю нашему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. При Твоем лице Его во исповедание и во псалме воскликнем Ему. Аллилуйя, аллилуйя. Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того,
чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силуам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: «Пойди на купальню в Силуам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хватит, не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем?» «Потому что он отверз тебе очи». Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родители сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучат от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах самого, спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою, как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали, что еще хотите слышать, или, и вы хотите сделаться его учениками». Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденного. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, что мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорил с тобой». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему и сказал: «Иисус, на суд пришел я в мир сей,
чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Помолитесь о глашении, Господи, ви, Господи, помолитесь о Господи, помилуй Ты, Господи, помилуй.
верни и паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. За труды, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Премудрость, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Oh,
Отечество Твое, да поменит Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицы Сергия и Лавры, и священного архимандрита, и господина Высокопреосвященнейшего митрополита Илариона, и всякое епископство православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Пресвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвитерство во Христе диаконство, монашеский чин и притча церковный, создатели, благотворители, благоукрасители, жертвователи святаго храма сего, богохранимую страну нашу российскую, власти и воинство ея, всех здесь предстоящих, поющих и молящихся, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господи, учи время живота.
братом нашим в мире и покаянии скончать и у Господа просим. Отдай, Господи! Христианские кончины живота нашему безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Отдай, Господи! И святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Святого родами единородного Сына Твоего, с ним же благословенный си, со пресвятым и благим, со творящим Твоим Духом, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Мир всем! Иду. Мыслим, исповедуем. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную. Перед вере и премудростью вонми. Христа, Сына Божия, единородного и живот Отца рожденного прежде всех лет, света от света Бога, истина от Бога, истина, рожденно не сотворено и не насущно Отцу им жизнь обыша, нас ради человека нашего ради спасения шедшего с небес. И воплотившемуся Духа Святой Марии, Евы, человечеся, Распята Божия зады, припади себе, Владе, и страдавшая, и погребенная, и воскрешена в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего весной Отца, и Папе ведущего со славою судите живым и бедным, и может царствию не будет конца. И Духа Святого Господа, жизненного и животворящего, и живот Отца исходящего, и же Отцем и Сыном сохраняемое и славе моглаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и в жизни будущего века. Аминь. Да не добре останется страху вонме, святое возношение в мире приносите. Милость и роже духовления. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Горе имеем сердца, благодарим Господа. Господь,
песни, поющее, вопиющее, взывающее и глаголющее. Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей, Богородице и Преснодеве Марии. Святися, святися, но
патриарха Московского и всея Руси, и Святой Троицы Сергия Лавры, священного архимандрита, и господина Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Американского и Нью-Йоркского, и Восточноамериканского, их же давы святым Твоим церквам в мире, целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слово Твое я истины. Помяни, Господи, господина нашего высокопресвященнейшего Сергия митрополита Барнаульского и Алтайского, и Боже дары святым Твоим церквам в мире, целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящий слово Твое истины. Господина нашего высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского, приносящего святые дары сия, Господи и Богу нашему, о великом Господине и Отце нашим Кирилле, святейшим патриархе Московским и всея Руси, и Господине нашим высокопреосвященнейшим митрополите Иларионе, о преосвященных митрополитах, архиепископах и епископах, о всем священничестве, единочестве чине, о богохраними стране нашей, областях и воинстве, и о мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей, о спасении и помощи с отчаянием и страхом Божиим труждающихся и служащих, о исцелении в немощи ближайших, о успении, о славе блаженней памяти и о оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих и о их же киждо в помышлении и мать, и о всех, и за все. Пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И со Духом Твоим. Все святые помянувши погиб, и миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Священных и священных честных дарим Господу помолимся. Господи, помилуй. Якуда человека любит Бог наш, приемлевой святый, при небесной мысли не свой жертвенник, во не благоухание духовно вознес послед нам божественную благодать. И дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь от нас от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Хранителя души телес наших, у Господа просим. Отдай, Господи, прощение, оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Отдай, Господи, добрых и полезных душам нашим, и мира мирови, у Господа просим. Отдай, нашему мире и покаяние скончать и у Господа просим. Отдай, Господи, христианские кончины живота нашему, безболезненны, непостыдны, мирны,
Прочи время живота нашего у Господа просим. Подай, Господи! В соединении веры и причастии Святого Духа, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Владыко, содержави мне неосужденно, смерти призывайте Тебе, небесного Бога, Отца, и глаголочи. Отче наш, нежеси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Оставь нам долги наши, як уже мы оставляем долги.